Вакон, это оздоровительная фирма, которая занимается как людьми, лечением людей, так и хорошим. Я понял, у меня есть визитка ваша. Все, вот на руку, поехали. Ну, я думаю, что Шилова знает вся, весь мир, не только в нашей стране. И это прославленный художник, действительно человек, который доказал мировой системе, что он истинный творец, истинный созидатель. Вот. И я думаю, что никто не останется в покое, который увидит и который знает его творчество. Это первое. Но здесь он выставился со своими картинами, естественно, потому что в посольстве собираются люди более или менее состоятельные, так сказать, которые смогут что-то и приобрести, если что. Вот. Это лучшее место. И самое главное, это знакомить западные наши страны с тем, чтобы они знали наше искусство и наше творчество. До какой степени. Вот я только что недавно, позавчера был на выставке, значит, депутатской московских депутатов, и там привезли китайскую живопись, китайцы, и это было потрясающе.